Во дворце спорта «Триумф» прошел Кубок городского округа Люберцы по новусу. В открытом турнире приняли участие 8 команд из российских и зарубежных городов. За увлекательными спортивными поединками наблюдал наш корреспондент. Мне, как игроку, которому дано, допустим, первое правый удар, я должен забить вот эти пешки. Те, которые находятся напротив меня. Необычная интерпретация бильярда. Новус – это не просто увлекательная игра, а полезный вид спорта. Он развивает глазомер, вырабатывает четкость, координацию движений и, что самое главное, доступен каждому. В Люберцах это направление стремительно набирает популярность. Уже в третий раз городской округ становится площадкой проведения открытого турнира по новусу. У нас сейчас программа «Люберецкая» идет по образовательным школам. Мы стараемся внедрить новус. И она принята. У нас сегодня, кстати говоря, вот представлен впервые в мире стол шестигранный, новусный. Это наше Люберецкое, что называется, изобретение. Здесь несколько другая идеология игры. Большие возможности есть для развития. Поэтому мы считаем, что у него есть большое будущее. Среди участников соревнований – гости из Риги. Латвия считается родиной новуса. Национальный вид спорта для большинства жителей страны – как образ жизни. Повсюду, на каждом предприятии, где работает, всюду стол. Это перерыв поиграть в новус. Это уже без него никуда. Приехал в гости, так как узнал, что будет такой турнир, и подал заявку поиграть. Игра проходила по круговой системе. Так как в каждой команде участвовало по 3 человека, разыгрывалось 3 комплекта медалей. Главный приз турнира – переходящий кубок городского округа Люберцы по новусу. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.